Правовая помощь, содействие активным жителям, повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и всех активных жителей промышленного района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». В прошлом году этот проект инициировал губернатор Дмитрий Азаров. В этом году на обучении подробно рассказывают о системе ГИС ЖКХ, законе о тишине, который действует в Самарской области. А сами активные председатели советов МКД делятся опытом управления многоквартирными домами. Безусловно, это важно, потому что вот даже сегодня нам пришлось задействовать ДК «Победа», потому что много желающих появляется, и с каждым семинаром все больше и больше. Сегодня собралось порядка 100 человек, председателей ТСЖ, ТСН и старших по домам, со своими злободневными вопросами, проблемами, проблемами благоустройства дворов, проблемы с взаимодействием с управляющими компаниями, проблемы по ремонту своего жилого фонда. Люди зачастую не знают, как правильно написать обращение, куда обратиться с той или иной проблемой. И вот данные семинары как раз призваны эти пробелы восполнить и научить наших граждан ориентироваться в сфере ЖКХ. Полученные знания позволяют самарцам повышать свою компетентность и ориентироваться в структуре жилищного законодательства, а также плодотворно работать с ресурсоснабжающими организациями, фондом капремонта и ГЖИ, представители которых тоже регулярно присутствуют на семинарах. Председатели управдомы узнали подробнее о системе ГИС ЖКХ. Она позволяет без комиссии оплачивать коммуналку, передавать показания приборов учета, отслеживать работу управляющих компаний, проводить голосование собственников онлайн. Это упрощение работы, это ближе мы идем к населению. Люди реально чувствуют и понимают, что они принимают участие. Это делается прозрачность и безопасность в голосовании. И опять же, мы не тратим время на отвести в ГЖИ, мы можем сэкономить, автоматически это выкладывается, тот самый протокол. На предыдущем семинаре были много вопросов и по межеванию, и по ГЖИ, и по голосованию. Получили в полном объеме, и все решили вопросы. Для участников семинара организаторы подготовили наглядный материал. Каждому выдается рабочая тетрадь председателя МКД, где можно найти ссылки на нормативно-правовые акты в сфере ЖКХ и бланки образцов заявлений. В Самаре также продолжает работу бесплатный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей советов многоквартирных домов, по которому все желающие могут получить консультацию, записаться на семинар или оставить обращение. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.